Сформирован состав Общественной палаты городского округа Люберцы. В нее вошли 45 человек. Полный список членов стал известен по окончании пленарного заседания Общественной палаты Московской области. Напомним, что в 2017 году истек срок полномочий Общественной палаты Люберецкого района. 1 марта началось формирование палаты нового созыва. Подать документы мог каждый житель округа. Утверждение кандидатов прошло в три этапа. Одну треть утвердила Общественная палата Московской области, одну треть – губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и еще одну часть – Совет депутатов городского округа Люберцы. В ближайшее время пройдет первое заседание Общественной палаты городского округа Люберцы. Там будет выбран ее председатель. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.